Жыхары Чавус до Новага года і Дня беларускага кіно атрымалі сапраўдны падарунак. У горадзе адкрылі кіназалу 3D. Дагэтуль увогуле тут не было стацыянарнага кіно з вялікім экранам. Таму адкрыццё кіназалы – святочная падзея. Кінозала у Чавусах знаходзіцца ў клубе на тэрыторыі былога ваеннага гарадка. Будынак доўга пуставаў, расказваюць мясцовыя жыхары. Давно пустует это здание, и мы очень рады, что вот наконец-таки у нас появился свой кинозал. Это подарок к Новому году, поэтому большое спасибо. Мясцовая улада проводила опытание жыхароў, чаго не хапае. Молодь сказала, няма кино, таму объявили сапраўдную народную будоўлю. Здесь было бесхозное помещение, то есть оно никем не обслуживалось. Не было ни дверей, ни окон, то есть ни пола не было здесь, не было ничего. То есть начинали практически с нуля. Вот. Все строительные работы делали своими силами. Брошен клич по району, и все люди отозвались. Собрали всем миром денежку, купили установку. При помощи строительных организаций района сделали космический ремонт. И на сегодняшний день мы вот открыли наш новый кинозал. Зала невеликая, на 70 мест, крыху стиплая. Однако для жыхару Чавус это сапраўдны подарунок. Жители Чавус сделали себе подарок своим детям, для того, чтобы было куда сходить в выходной. Нам очень все понравилось, будем ходить, мы здесь близко живем, близко работаем, поэтому все прекрасно. За апошнія 3 гады у Чавусах открыли 3 арт-объекты – сувенірная лавка и мастацкий магазин «Паслуга». И вось нарэшце кінозала 3D. Гэта 7-й район у области, які мае такую установку. Татьяна Сергейчык, Александр Тарасов, «Новин регион».